Salam, bugün Cazmin verilişinin qunağı gözəl bəstəkar və musiqiçi Cəfər Əliyevdir. Здравствуйте, Джафар, я вас приветствую на передаче «Джазмен». Беседу я хотела нашу начать вот с такого вот вопроса. Что такое джаз и какое место он занимает в вашей жизни? Для меня джаз то же самое, конечно, что и для всех. Это жанр в искусстве. Но я выбрал из всего того, что есть в этом жанре, то, что мне близко. Это образ. Образ в джазе, образ жизни, может быть, той страны, в которой он, в принципе, развивался. Но развивался, пик развития пришелся на середину столетий. К тому времени он был уже не только в Америке, он был во всем мире, в Европе, везде. Вы имеете в виду 50-е, 60-е? 50-е, 60-е, 70-е годы. Это очень тонкая, это высоконравственная музыка. Это красивая музыка, это прежде всего красивый образ. Конечно, он имеет много разных направлений. Я для себя выбрал вот это направление, и для меня вот это джаз. Такие исполнители, как Билл Эванс. Вы любите традиционный джаз, наверное, да? Ну, как вам сказать, это может быть он и традиционный, он уже в развитии, честно говоря, традиционный джаз, и он же в развитии. Тут здесь не важно, он какой традиционный, главное, какого настроения этот джаз. Кей Джаррет. Ну, я сам по себе лирик, и мне, в общем-то, близки именно такие музыканты. Хорошо, вы говорите 50-е, 60-е годы, а вот сейчас, в 2000 году, в каком состоянии рождения? Мне кажется... Ввиду, сейчас он не процветает, сейчас закат, да? Не то, что не процветает. Я считаю, что у него был пик развития, именно 60-е, 70-е, 80-е годы. Вечно он не может развиваться, ну, так же, как и все остальное. Он как живой организм. У него есть рождение, у него есть пути становления, развития, и, наверное, есть и закат. Ну, примерно то же самое, как с симфонической музыкой прошлого столетия. Если сейчас будут писать так, как писал Чайковский, ну, это нереально просто. Просто так сейчас не пишут. Хотя мы любим эту музыку, мы к ней возвращаемся. То же самое и в джазе. Мы возвращаемся к той музыке, которая была вот именно в 60-е, 70-е. И, кстати, меломаны в основном слушают эту музыку. И профессионалы-музыканты тоже возвращаются к этой музыке. Они исполняют... ну, конечно, экспериментировать можно. Все экспериментируют, пытаются что-то сделать. Но если мы говорим о слове «джаз», то все приставки, окончания, которые еще к этому слову обычно, ну, там джаз-рок, ну, фольк-джаз, джаз-авангард, я считаю, что это, конечно, уже отклонение от джаза. Хотя, конечно, это имеет право на существование, это живет на фестивалях, на конкурсах, но меломаны в основном слушают чистый джаз. Да. Ну, как все в жизни, все чистое должно быть, чистый воздух. Все натурально, чистый хлопок. То есть получается, что джаз сейчас на стадии реставрации, да, получается? Я не возьму на себя смелость сказать, что уже все. Но, видимо, придет такой момент, когда эта музыка тоже станет классической. Будем о ней говорить как о классике. И, в принципе, уже мне кажется, пришел этот момент. Потому что в основном, когда мы говорим о джазе, мы вспоминаем Эллу Фицджеральд, Каунт Бейси, Дюк Эллингтон, Оскар Питерсон. Мы редко называем современных музыкантов. Потому что современные музыканты, они играют джаз, они имеют право на самовыражение, безусловно. Но мне кажется, что это как бы реставратор, даже не реставратор, это неправда. Это просто исполнители той музыки, которая уже прошла свой пик, свой период жизни.
А что сейчас происходит? Трудно сказать, но, безусловно, что-то происходит. В музыке все меняется. Меняется жизнь сама, меняется культура. Во всем мире все меняется. А музыка – это отражение. Вообще искусство – отражение жизни. Просто уменьшается аудитория, уменьшается, потому что другая обстановка, другое настроение. Если раньше мы любили смотреть, не то, что мы любили, вообще искусство было более романтическим, сейчас мы этого не видим. Еще интересует ваше отношение к электронной музыке, то есть в частности к синтезатору. Это такой маленький черненький ящичек, в нем многочисленные кнопочки. То есть хочешь звук рояля, пожалуйста. Хочешь звук пианино, пожалуйста. Ваше отношение. Кстати, я прослушала ваши диски, ваши композиции исполнены именно на синтезаторе. Это облегчает вашу работу или же есть какое-то другое это мнение? Это тоже отражение времени. Синтезатор – это электроника, правда. Электроника тоже имеет право на существование. И как и, в общем-то, в живой музыке, так и в электронной музыке, главным фактором является исполнитель. Тот, кто исполняет. То есть порой даже очень трудно отличить. Интересно, это живая игра или же... Да, трудно отличить. Сегодня в эфире в основном электронная музыка на 99%. Ну, чем отличается живая от электронной музыки? Ну, это примерно вот такое сравнение. Ну, представьте себе, мы сидим в помещении, где воздух кондиционера. Хороший воздух от кондиционера. То есть можно жить, можно... И сравнить его с воздухом на берегу моря, в горах, где чистый воздух. Чистый воздух и естественный воздух, и неестественный воздух. Вот то же самое. Хотя, конечно, и то, и другое имеет право на существование. Конечно, настоящее он всегда будет цениться больше. Когда-нибудь... Все это забудется, там синтезатор, электронная музыка, и опять все вернется. Нет, это все будет жить параллельно. Люди будут выбирать себе, кому что надо. Но для этого люди должны почувствовать разницу между электронной и живой музыкой. Ну, это сложный процесс очень. Нужны для этого хорошие оркестры, хорошая пропаганда живой музыки постоянно. Лефар, давайте поговорим немножечко о симфо-джазе. Да. Как мне известно, что сейчас нет у нас таких оркестров. Вот. И еще второй вопрос. Вот значение рояля в симфо-джазовом оркестре. Мне кажется, что он имеет очень большое значение. Начнем с того, что симфо-джаз
подразумевает оркестр большой. Эстрадно-симфонический, ну, джазово-симфонический оркестр. С коммерческой точки зрения его содержать очень тяжело. Вы представляете, джаз вообще не коммерческая музыка, а как содержать такой большой оркестр? У нас нет такого оркестра, безусловно. Но что касается рояля, ну, вообще, я вам скажу, любой инструмент в оркестре несет большое значение. Любой инструмент. Главное, кто играет за этим инструментом, какой музыкант. Потому что инструмент сам по себе не играет. Душу вкладывает исполнитель. Пусть это там рояль будет, скрипка, труба, неважно. Не имеет значения, какой оркестр. Симфоджаз или трио, не имеет. Главное, если говорить о джазе, то главный образ, я хочу вернуться к тому, чтобы джазовый образ присутствовал. Не каждая музыкальная тема, даже если вот, бывает ошибка такая, все считают, что если есть импровизация, это джаз, это неправда. Тема на первом месте, образ джазовый должен быть, а потом импровизация. Импровизировать можно совершенно не на джазовую тему, и ощущения джаза не будет. И потом есть такие понятия, как похожие на джаз, есть такие понятия, как вариации. Ну или взять мугам. Ну что-то есть общее, да, вы думаете, что и там есть импровизация. Нет, конечно, импровизация только в джазе есть. Вариация – это совершенно не джазовый термин. Вариация как бы дает варианты одной и той же темы. А в джазе импровизация сохраняет настроение этой темы, не дает варианты этой темы, а сохраняет и продлевает настроение данной темы. Поэтому это импровизация на тему. Но развивает настроение этой темы. Но в мугаме, мне кажется, держит настроение, держит лад. Но в мугаме не держит настроение темы, а держит настроение лада. То есть сам лад сохраняется в мугаме. Вот такая, мне кажется, разница. Ваше произведение названо одним именем, то есть Smog, City, Rain, Forest. С чем это связано? Почему одним словом? То есть это тоже образ какой-то? Только потому, чтобы раскрыть точнее смысл произведения. Точный образ в одном слове. Натюрморт. И потом у меня композиции не настроенческого порядка, а не развиваются как бы изнутри. То есть называется грусть, к примеру. Что такое грусть? Это не просто грустное настроение, а драматургия грусти. Это процесс развития грусти. Что это такое? Восход. Восход солнца. Это не просто мелодия такая приятная, когда ты сидишь на берегу и наблюдаешь за процессом восхода, а именно сам процесс. Вот такие картинки. Поэтому у меня
все названия из одного слова. Какие-нибудь национальные мотивы, то есть азербайджанский фольклор, в частности, такой джаз вам? Ну, в общем-то, я в жизни много чего перепробовал, потому что я работаю в музыке, в общем-то, давно. Ну, в этих альбомах, если говорить конкретно об этих, здесь нет фольклора. Ну, нет, здесь нет фольклора. Ну, и потом... Как вы вообще относитесь? Я хорошо отношусь, положительно. Каждый должен писать то, что ему близко. Музыка должна быть похожа на исполнителя. Вы не хотели бы расширить круг своих слушателей, то есть писать более восприимчивую музыку? То есть писать музыку для шоу-бизнеса. Можно сказать, да. Вы знаете, мне бы не хотелось это делать, мне это не интересно. Я понимаю, что бизнес есть бизнес, но здесь для меня это уже не музыка. То есть не то, что не музыка, это музыка, потому что на самом деле работать в шоу-бизнесе тоже не так просто, и тоже надо быть музыкантом. А может быть, есть люди, которые просто соответствуют вот этому направлению. Они просто выражают себя самих и не специально как бы пишут музыку для масс, то есть для людей, которые их понимают. Они так мыслят, они им соответствуют. Я, может быть, в чем-то не соответствую. Я выражаю свои мысли в музыке, и у меня нет такой аудитории. Да и джаз, в принципе, вот мы сегодня говорим о джазе, джаз тоже не является музыкой бизнеса. Это музыка... Вы считаете, что это по всему миру так или только у нас? Это по всему миру, да. Это по всему миру, да. Я очень с вами согласна. Ну, вы знаете, есть... Но я сейчас не смогу вам доказать, но... Очень известные музыканты в мире, они в основном работают на фестивалях, они дают в маленьких каких-то заведениях, в маленьких залах концерты. Редко, когда они набирают большой зал, очень редко, потому что нет такой аудитории. Джазовые клубы, они очень маленькие. Ну, я думаю, что вы должны с этим согласиться. Хорошо. А что вы предлагаете сделать для этого? То есть, чтобы джаз
был. Ничего, ничего не надо предлагать. Какие меры надо принимать? Не надо никаких мер принимать. Люди все сами. Все так должно идти по течению, плыть по течению. Вы знаете, мы ничего не сможем сделать. И эта музыка, ну, так будем, скажем, элитарная. Ну, элитарная не в том смысле, что человек в достатке имеет право слушать эту музыку, а в том смысле, что человек должен быть немножко подготовленным, знать, о чем эта музыка. Иначе он просто не сможет, ничего не поймет. Как-то интересоваться этой музыкой. Все-таки это профессиональная музыка. И исполнители в основном большие музыканты все. Большие мастера. Это не любители, не любительская музыка. Это высокопрофессиональная музыка. И также быть меломаном. Меломаны в основном. Почему они любят эту музыку? Они тоже подготовленные люди. Они интересуются этой музыкой. Они очень интересные люди. Кстати, пригласите как-нибудь в вашу передачу меломана просто и побеседуйте с ним. Будет очень интересно. Вы тоже очень много к категории меломана, да? Вы отказали, что вы не джазмен. Я сказал, что я не являюсь чистым представителем джазовой музыки. Потому что я пишу и в других направлениях музыку, то есть не только в джазе. Но у нас в Баку есть один музыкант, я считаю, что он может, пусть другие не обижаются, они очень талантливые. Я попробую его отгадать. А вы угадаете. Вадим Садыхов? Вы угадали. Я тоже так понимаю. Хотя, конечно, другие музыканты тоже играют, хорошо играют джаз. Но так как он предан этому направлению, я не могу других назвать. Не могу больше никого назвать. Он истинный джазмен. Я надеюсь, что он будет нашим очередным гостем нашей передачи. Я просто хотела опять сказать, что вы четвертый наш гость передачи «Джазмен». И как дело доходит до джаза, все говорят, что это все потому, что нет школы джаза. То есть молодых людей надо прививать любовь к джазу. Так нельзя ли собраться с ним вместе и придумать что-нибудь? Действительно, открыть школу, какой-нибудь факультет. Ведь в консерватории, если я не ошибаюсь, есть факультет эстрадной музыки. Да. А почему нет? Да, это было бы, это уже было, это есть. И в консерватории сейчас, если я не ошибаюсь, Салман Гамбаров преподает. Очень хороший музыкант. Джазмен. Он джазмен. Преподает. И раньше в музучилище были такие классы. То есть это все было и есть. К этому надо приобщаться. К джазу надо приобщаться. Его невозможно создать заново в каком-то регионе. То есть ему надо тянуться к тому джазу, который есть уже в мире. Я думаю, что это от людей зависит. Информации много, надо слушать. Все просто очень пессимистично настроены. Нет никакого пессимизма. Опять, кто хочет, тот познает. Нет никаких заслонов, нет скрытой информации, все открыто, люди все слушают, и каждый выбирает себе, что ему надо. Я думаю, что любопытство движет человека. Если у него есть это любопытство, он поинтересуется, что такое джаз. Ему это будет интересно, он будет слушать дальше. Если будет неинтересно, он не будет слушать. А заниматься рекламой специально, ну, по-моему, сегодня нет в этом необходимости. Реклама и так есть.
радио, компакт-диск. У всех есть аппаратура дома. Так что специально заниматься рекламой этой музыки совершенно не нужно. Джафар, я хочу задать вам такой немножечко, может быть, нескромный вопрос про передачу «Джазмен». Вот после ваших таких грустных разговоров о джазе, я вот сейчас задумаюсь, а нужна ли сейчас эта передача «Джазмен», актуальна ли она, или изжила себя уже? Нет. Помните, был фильм «Полет над гнездом кукушки»? И там был такой эпизод, когда один из героев пытался сорвать плиту. Поднять плиту, которую невозможно было поднять. Она была зацементирована. И все над ним смеялись. Он говорит, я хоть попытался это сделать. Вы тоже пытаетесь это сделать. Это очень хорошо. Если я не ошибаюсь, в фильме он все-таки вырвал эту плиту в конце концов. Может быть, я сейчас не помню. Может быть. Я считаю, что вы занимаетесь благородным делом. У нас в Баку есть любители этой музыки, есть музыканты. И были всегда, и будут. И это очень интересная передача. Но, может быть, название «Джазмен» такое претенциозное очень. О джазе и не только о джазе, вот примерно так легче было общаться с музыкантами. То есть у нас не все музыканты являются истинными джазменами, ну, хотя, знаете, новое поколение, молодые музыканты подрастают. Я думаю, что вы на правильном пути. Нужна такая передача, останавливаться не надо. И если будет трудно найти музыкантов-исполнителей, находите просто меломанов и с ними проводите беседы. Тоже очень интересно. Они тоже многое могут рассказать о джазе, об истории, об бакинской джазе, о музыкантах. В Баку есть очень много талантливых музыкантов, просто, может быть, не востребованы они. Но это уже проблема времени, обстановки. Но то, что вы делаете, это очень интересно. Я считаю, что я желаю вам, чтобы эта передача как можно дольше у вас была.